Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня такое необычное видео, оно не рекламное, а может быть и рекламное. Ну, в общем, девчонки, такая ситуация. Я вот вам сейчас показываю пряжу, это все, у меня половина видео из пряжи этой фирмы. Это чешский производитель, единственный производитель в Чешской Республике. Вот мне прислали каталог новый. Не новый, там еще у них есть две новинки, которых еще в каталоге нет. Я немного буду рассказывать, и здесь будут перелистываться фоточки и модели вещей, которые я связала именно из их пряжи. Немного вам расскажу. Пока немного хочу вам рассказать. Вот, кстати, пришла мне эта идея совершенно случайно. Вы знаете, что я живу в Чехии, живу с 2000 года. Проблемы с пряжей здесь были всегда, то есть выбора, ну, чехи такой народ, они не вяжут и не шьют, да, они, если вяжут, то очень мало, но нет у них такого культа рукоделия, как у наших людей русских, да. И вот, живя здесь с 2000 года, эту фирму я знаю именно с момента своего приезда. Вот смотрите, коллекция 26, это уже как минимум 26 лет, я пока не нашла информацию именно о них, такую, чтобы вам рассказать, но фирму эту я знаю очень давно и пользуюсь этой пряжей. Почему я искала по магазинам какие-то Ярнарт, Ангоры, вот эти вот, что я находила, только лишь с той целью, чтобы вас, как бы, чтобы вы могли купить такую же пряжу и связать вещь. Вот смотрите, какой, я сейчас все подробно расскажу, покажу, что я вязала из этой пряжи. И расскажу, с какой целью я вам это рассказываю. В общем, такой интересный, вот так вот он каталог. В общем, позвонила, тут мне приходит идея, а почему бы не попробовать дать вам возможность попробовать эту пряжу. Пока это все в проекте. Я буду немного показывать и рассказывать. На каждую пряжу я могу потом подробный конкретный обзор снять. Вот что у меня есть сейчас, вот этот кейп я вяжу из вот этой вот пряжи, которая у нас 80% шерсть. И мне очень печально, что эта пряжа, вот сейчас она в каталоге, сейчас я ее найду, вот она, видите, вот были доступны вот такие вот цвета, сейчас остался вот этот оранжевый, бежевый, голубой, вот этот вот и вот этот зеленый, все. И я так понимаю, она снята с производства. Хотя я знаю ее очень давно, она, представьте, 80% шерсти. И связала мужские свитера, кардиган дочки вязала, который она носила 2 года, при том зимой в машине. Она говорит, мам, мне куртка не нужна, мне достаточно этого кардигана. Он, кстати, есть у меня на канале, там один из первых видео такого хаки цвета кардиганчик, посмотрите, там, если интересно, в плейлисте, именно из этой пряжи связано. И вот, кейп я вяжу вот такой вот коричневый, у меня была пряжа, вот это вот, вот этот вот кардиганчик связан из нее, и я же говорю, мне очень жаль, поэтому я даже себе вот закажу, эту точно знаю, очень много пряжи я знаю, вот хочу вас порадовать, девчонки, вот эту заказала 7 мотков, 700 грамм, это очень классная пряжа, я из нее вязала 4 вещи, вот сейчас покажу, не все у меня есть фотографии, вот этот свитер с большой косой, который у нас такой, у меня видео есть, совместник мы вязали давно, 2 года назад, из этой пряжи. Она, конечно же, тут микроакрил антипилинг, девчонки, не скатывается, не садится, не растягивается. Ну, такая вещь. Я вот это заказала на вот это платье, которое у нас сейчас в обсуждениях я выставила, и уж очень все вы хотите, вот уже я быстренько, вот она в каталоге. Я, видите, сколько цветов этой пряжи? Вот у меня вот такая детская кофточка из этого цвета. А того цвета, видите, уже и нет. Вот этот свитер, который по центру коса, вот оно, такой цвет. В общем, цвета очень красивые, как вы видите, и по качеству очень классные. Цены на пряжу разные, есть очень дешево, есть не очень дешево, есть недешево.
если коротко, я озадачилась тем, как бы ее эту пряжу сделать доступной для вас. Вот, я позвонила менеджеру этой фирмы, поговорила мне, она говорит, да, пожалуйста, оптовые поставки, ну мне надо, у меня есть лицензия на предпринимательство, но она сейчас в данный момент приостановлена. Ну, я ее возобновлю, если так уж нужно будет. Сейчас я на обычном договоре рабочем, мне приходится, конечно, девчонки, и работать, и снимать эти видео, поэтому я попробую эту пряжу продавать, ну, только по килограмму, девчонки. Я ее буду покупать по килограмму и вам буду предлагать по килограмму. Цена вполне доступная на все виды пряжи. Вот это, кстати, детская пряжа. Сейчас я вам покажу этот пару мотков. Я сейчас заказала, хочу кофточку связать детскую. Вот я, вот она. Как она называется? Очень много. Я потом заморочусь, про каждую пряжечку вам могу снять короткие такие обзорчики. Вот детская вот эта пряжа, смотрите, вот эти две полосы, вот это цвета, посмотрите, какие цвета, девчонки, это ж песня, правильно? Вот, это у меня будет детская кофточка, вот скоро хочу реглан какой-то интересный. Далее, вот, это у нас, тоже вы видели, вещи есть у меня, и вот эту пряжу первую такую розовую заказывала, тоже смотрите, какие цвета, вот посмотрите, какие цвета, девчонки. Вот, это у нас махер, шерсть, акрил, тоже классная, кстати. Ну, это не из дешевых, но махер он нигде не дешевый. Поэтому единственный нюанс, девчонки, который вот тоже 25 шерсть, вот это альпина. Сейчас мы ее найдем. Вот она. И тоже немного вот этот только ряд цветов, видите, не очень много цветов, но тут тоже с шерстью. Выбор большой на самом деле, я не знаю, буду ли я сейчас заморочусь созданием этой странички на продажу, чтобы вам было удобно, чтобы это все нормально через интернет-магазин работало. Вот, это какое-то время займет, вот уже нету, видите. А там есть такие две новинки интересные. Знаете, какая пряжа? Я ее обязательно закажу и вам покажу, но ее в каталоге нет. В общем, сейчас я видела очень много такие свитера с жгутами, с косами. И эффект такой потертости, вываренности. И вот такая есть, представляете? Ну, это новая. Вот только-только она есть на сайте. А еще я ее не видела вживую, обязательно закажу. И вот, кстати, думаю, на тот свитер, который у меня коса, снято видео, заказать, связать из нее. В общем, вот это я вяжу тоже интересную вещь, такую туничку, очень классную, девчонки, вот это скоро будет. Далее, из этой пряжи кейп. Да, боже, как он у меня ушатал, извините за выражение, этот кейп. Я ее уже третий раз перевязываю, вот, и в который раз убеждает, что вот эти нарисованные схемы в интернете, это все такая лажа, извините меня. Ну, в общем, я ее три раза перевязываю, дай бог я доведу ее до нормального состояния, эту схему и этот кейп, чтобы вам как-то преподнести эту информацию так, чтобы вы могли с ней работать. Вот. Сказала мысль. Эта пряжа тоже у нас с шерстью, опять же, розовая. У меня кардиганчик из нее, у меня манишка, мимишная шапка из этой пряжи. Я думаю, кто смотрел мои мастер-классы, вы ее видели, эту пряжу у меня. А вот это вот, не договорила. Это ж начинаю вязать, бросаю все, доделаю кейп, бросаю все свои проекты и начинаю вязать платье быстро, срочно. А эта пряжа, девчонки, у меня проверенная, шикарная, но оно будет не зимнее, оно будет осенне-весеннее, даже может быть летнее из этой пряжи. Но вы, соответственно, потом мы все оговорим в этом видео, просили девчонки подробно, буду подробно. Пряжа темная, не пугайтесь, буду параллельно вязать из толстой пряжи толстыми спицами, чтобы каждый шаг вы знали, понимали. В общем, платье будет скоро. Просчитаю по размерам, постараюсь, не знаю, ну, хочу намного размеров, но думаю, у меня получится, я уже так, у меня в голове картинка сложилась, осталось ее воплотить в жизнь и просчитать. В общем, девчонки, я надеюсь, очень скоро будет, вот доделаю кейп и пряжу, девчонки, тоже, я надеюсь, очень скоро,
А, что хотела сказать. Единственный нюанс, мне из Чехии в Россию, Украину я могу послать, но это $20. Это не дешево. Я звонила на почту, я узнавала тариф, я смотрела на интернете. Возможно, потом, когда я возобновлю эту лицензию, ну, предпринимателя, я составлю какой-то договор с этой службой DHL, она по всему миру, возможно, у меня будет какой-то выгоднее тариф. Но пока мне придется посылать почтой, а почтой это минимально $20, посылка до 2 килограмм. Поэтому нитки, девчонки, вот носочные, кстати, новинки, видите? Поэтому эти все нюансы я сейчас доработаю, проработаю, решу вопрос с интернет-магазином. Кстати, девчонки, может кто из вас уже делал себе интернет-магазин и знает, как это быстро сделать, вернее, имел опыт в этом деле, отзовитесь, напишите мне в личку ВКонтакте, где-то договоримся. Мне вы упростите задачу и ускорите этот процесс, потому что я работаю, девчонки, я работаю и параллельно занимаюсь вот этим вот делом. Вот, соответственно, этим магазином попрошу заниматься мою дочку, которая тоже работает. Ну, а там время покажет. Ну, в общем, все я сказала, девчонки, информацию вам выдала. Вот такая вот у нас чешская пряжа, разная, всевозможная. Там можно видео снять, конечно, на час, рассказывать про каждую пряжу. Но я считаю, я лучше потом сниму на 2-3 минуты по каждой пряже обзор подробный. Вот, обзорчик с образцами вязания, чтобы вы видели, как она в вязке выглядит, как она себя ведет. Постираю этот образец и все подробно буду рассказывать. Вот, на данном этапе мы в такой стадии, вот вам показываю палитру, все эти цвета. В общем, договорилась я о поставках. Ну, а все остальное дело времени, и это не все, кстати. Я вам обещаю, вот ту потертую пряжу, я ее обязательно попробую. Вот, пока, что касается качества, я же говорю, я очень давно с ними работаю. Вот, сертификаты у них. Что касается почты, я думаю, девчонки, ну мы же все умные, мы же все хитрые. Мы из какой страны? Из Советского Союза. Поэтому, я думаю, в комментариях вы легко найдете. Я думаю, легко найти кого-то из своего города и поделить деньги за доставку. Ну, в общем, так, девчонки, информацию я вам выдала. Буду разбираться с нюансами. Вот такая вот идея мне пришла. Сейчас вяжу вот это вот платье ваше, которое вы ждете. Постараюсь как можно быстрее. Все на сегодня. Вот эти вещи вы видели, которые я вязала из этой всей пряжи. На сегодня я прощаюсь. Иду доделывать кейп. Все, с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.